Всем привет! Сегодня с вами канал Бородач ТВ. Меня зовут Михаил, Дмитрий. Мы сегодня попробуем посмотреть новости. Что у нас вообще происходит интересного в мире или в Бору? Давай начнем с... Так-то мы только что с Питера приехали, могли бы так и питерских новостях каких-то рассказать, как у нас дороги хорошо чистят. Слушай, я проехать, не пройти. Слушай, вчера появился видеоролик, какой? Как Стас ходил в клуб 40. Так, а где он есть? Кто? Этот ролик. А я думал, ты про Стаса спрашиваешь. Кто такой Стас? А то жирный вот этот. Ну, давай не будем говорить жирный, будем толерантны. Просто чуть-чуть тучный человек. Да нельзя, чуть-чуть, да нельзя тучный. Так, ну давай, короче, Михаил. Подожди. Так. Нет. Ну, эта давай. Шутка будет неудачная, поэтому... Ну давай, показывай, где оно у тебя видео. Ну давай, сейчас посмотрим, что у нас есть. Так. Тут, кстати, товарищ... Наша группа. А, давай без рекламы, да? Да. Сразу же из рекламы, не надо. Свою группу ты не прыгнешь. Вот. Ой, ты Драка в клубе 40, давай я буду сейчас озвучивать. Так, подожди, какие-то тут комментарии написаны. Подожди, пониже-то крутани чуть-чуть. Ниже. Так. А, это тут это... Есть комментарии. Ладно, потом посмотрим. Потом комментарий. Ну чего, давай сейчас запустим видеоролик, ну посмотрим, давай. О чем идет речь. Ой, это кто? Слушай, ой, смотри. Господи, боже мой. Смотри. Он его обнимает просто. А смотри, удар наносит, не добивает. А что это такое? А что это за удары-то такие? Слушай, он сам себе по руке только что сломал. Он делает ему массаж, по ходу дела. Смотри сейчас. Так, сейчас Стас начнет его качать. Да. Стас, он его сейчас выбивает смотри. Реально пыль из куртки у него. Вот, давай. Погладь его ладошкой. Что это за удары? Коленом под зад, молодец. Ты. Хорошо, а что охрана-то стоит? Еще и улыбается. Уныли, да. Какие-то шоумены вообще непонятные. И охрана тут идет такая толпой. Вообще странно, да? Новый спектакль какой-то, да? Вот вообще, зачем это видео снято? Димас, я не понимаю. Можно я не понимаю, что это такое вообще. Вот как вот кому в голову могло прийти вообще вот это сделать? Для чего? Ну вот так вот, с высоты прожитых лет, Михайлович. Ну расскажи, пожалуйста. Просто Стас хотел заработать. Ну? Вот. И... Как можешь заработать, вот именно снимая вот такое? Не, ну слушай, Стаса немного знает определенные круги. Ну? Вот. И все-таки личность... Ну тут-то получается, что он не просто он не заработал, он наоборот себе дизлайк сделал. Получается, какой-то. Если. Ладно бы этот, ну, драка была дракой, но это же постановка. А ты видел, как вообще Стас в Ашан ходил? Пиво пить? А нет, даже не пиво пить, он боролся с продуктами, которые попадали под санкционный список. И что, он их ел? И поэтому да он просто там столько продуктов, что он перепортил продукты, разлил в этом самом в Ашане все это на пол, сказал, что это все дело приберет, дал 50 рублей. Мы сейчас очень громко разговариваем, вдруг он где-то сейчас ходит вокруг да около Стаску. То есть ты предлагаешь закрыть дверь, да, и потише себя вести? Ну конечно, где ты Стас? Где Стас? Где же Стас? Давай не будем, подожди. Там... Стас! Подожди, тут в ролике, вот название ролика какое? Ага. Чувак усомнился в точности Стаса и сразу же охватил. Тут непонятно, ага. Конечно, кто охватил. А что такое чувак, ты знаешь? Чувак это ну, в 90-х. В 90-х такая была фишка говорить. Эй, так, чувак. Подожди, так она сейчас не пропала. 377 просмотров. 377. Слушай, надо, вот чтобы, что мы снимаем видео, надо куда-то драться идти. Вот видишь, Алекс Бахиянсов, он такой говорит, это постановка. Он молодец, сразу. Он самый первый. Я-то думал, что это серьезно. Сначала это первый раз. Вот, да. Ну, это я, кстати, вот здесь комментирую. Алекс, конечно, постановка удара на игры. Ну, кстати, был. Ну, ты видно. Как эксперт, что ли, по. Не, ну представляешь, вот такой бьет тебя, вот так вот бьет, и ничего не происходит. Так мы тоже можем вести. А ты такой, знаешь, отворачиваешься, и у тебя сразу крыс. Столько же просмотров. Учи его. Не, ну я. Кстати, звук я не успел. Давай. О! Господи, боже мой. Так, ладно. Больно. Так, слушай, в комментариях там. Здесь главное малиновый пиджак. Хотя блоки. Походу дело, он смотри, с 90-х где-то его вот вообще нарулил, непонятно где. То ли он, вот видишь, хотел заработать, да? Но походу дела столько снимает видео, что не может себе пиджак какой-нибудь. Там уже после малинового какие были? Серые пиджаки, там помнишь? Мода-то была. Да даже я не помню, какая была. Не, была потом серые стали после малинового. Ну ладно, не суть важна. Погнали, что там дальше есть. Не модный, короче, не в тренде. Так. Честь. Слушай, вот давай по другим новостям вообще пробежимся, по другим группам. По другим, а какие группы еще есть? Да хрен его знает. Интересные. Давай, подожди, вот в поиске сообществ набери Сосновый Бор. Вообще есть у нас какие-то группы интересные? Ага. Так, о, первая группа. Ну-ка давай откроем. Так, слушай. Я добавлю черный список. Так это весь город, походу, добавлен, этот черный список. Ладно, давай, следующий, что у нас есть? Атомград. Да ты чё? Ну вот хотели показать лучшие группы города. Подожди, какое там было название, интересно.
Здесь шумит морской простор, и волны бьются в дюны. Здесь стоит сосновый бор сказочный и юный. Да, ладно. Ну хорошо, не будем это читать. Потому что Нет, я бы дополнил. И сюда ездит Стас. Так, где же Стас? Так, давай, третья телекомпания СТВ. Ну вот, работает. Ну вообще, молодцы. Уже работает, да? Так, что у нас здесь? Так, здесь как-то все, зарядись. Все, зарядись. Та-ра-та. Зарядись, это СТВ. Будем заряжать. Новый год прошел, елка все стоит. Но это ладно. Ладно, да? И старый Новый год уже прошел, а елка все стоит. Дед Мороз. Слушай, запись когда закреплена? 13 января. Ну, слушай, хорошо смотрит. Ну, неплохо. Ну, а ты видишь, на автопросмотре стоит. Да, кстати, да, это автопросмотр. Там... Это даже не с Ютуба. Да. Точно, это не Ютуб, это залили ВКонтакте, это просто за счет количества заходов в группу, они подняли количество просмотров. Ладно, на самом деле это не так. А можно, кстати, посмотреть по другим. У них в основном все это дело заливается ВКонтакте. Ага. Подожди, а если давай найдем где-нибудь видеозапись на Ютубе, сколько реально людей посмотрело эту запись? На Ютубе? Да. Слушай, тут вообще... Давай, ну, надо заходить сам YouTube. Ладно, поставить. Это не очень интересно. Давай дальше. Что у нас, вот видишь, вот это интересные новости. Вот. Ты тоже зацепил? Подожди, да. Давай. Вот. Не пропустите. Первые спортивные ролики вы сможете увидеть. Спортивный роль и позитива вместе с нами. Пох. Не пропустите. Можно я еще раз зациклю? Ты тоже самое, что и я увидел. Так, лайк надо поставить. Лайк. И 4 человека, 1000 просмотров и 5 лайков. Ну ладно. 5 лайков, да? Ну это серьезно. Давай дальше, что еще у нас есть? Ползи обратно, мы же это посмотрели. А, мы просматриваем. Давай дальше, что у нас? О, нашу группу мы увидели, горожане. О, мы здесь не заблокированы, слушай, что здесь интересно? Сегодня день печати наш проект, отмечу благодарственным письмом. Я начинаю засыпать. Еще? Ну, их проект был отмечен благодарственным письмом. То есть, получается, всех групп, которые вы посмотрели, вот, ну, только наша группа, грубо говоря, веселая, да? Да. Остальное со мной уныло. Так, ладно, что давай погнали? Еще. Фотограф, так, браслеты, так. Ресторан «Талисман». Давай еще посмотрим ресторан «Талисман». Давай глянем, что там у нас интересного. Так. Ага. Волшебная жрачка, да, называют. Да. Что? Слушай, ну, жрачка, ну, чем-то посыпает. Я, кстати, да. Может, это перхоть, не? Это пыль параллельных миров. Что ты, Михаил? Слушай, ну... Ну, вкусно. Кто-то успел, 7 секунд видеоролик. Слушай, нормально. Да? Ну, ты можешь. Зарядиться. Так, давай дальше. Титан мед. Ну, давай, зайдем. Опа. Так. Ну что, медицинские новости есть какие-нибудь? Давай глянем. Давай. Так. Лицо у него не внушает доверия. Слишком суровый. Суровый какой-то дядька. Ты что, ты предполагаешь, залечит или вылечит? Не знаю. Не знаешь? Это хирург. А, это хирург? Ну вот, я думаю, это травматолог. Так, ну ладно. Что-то как-то это... Опять. Как обычно. Пипи-эпи. Михаил, давай заканчивай. Вот заканчивай трансляцию. Ну что, давай еще.